Привет, друзья! С вами Зверько и обзор обновленных крыльев Королевы Апокалипсиса. Кстати, поздравляю вас с майскими праздниками! Совершилось! Ура! Теперь крылья добавляют здоровья вплоть до 1000 и уменьшают КД навыков на 10%. Но, конечно, это не все. Изменили еще и пассивку. Ранее крылья добавляли 30% защиты. Теперь они, когда ХП становится ниже 40%, срезают входящий урон на 40%. Но только магический и физический. Чистый урон проходит полностью. А также увеличивают вампиризм на 15%. Но не указано какой. Давайте проверять. От хил до активации крыльев от урона магии 59%. С активированными крыльями также 59. Крылья активируются, когда у нас краснеет экран. Также это видно по сниженному урону. Теперь проверяем отхил навыками. 63 до активации. И также после. Последнее испытание. Отхил с руки 61 до активации и 129 после. Как видите, урон лорда не меняется, поскольку лорд наносит чистый урон. Подходим к крипу. 113 урона входящего до активации и 68 после. За счет этих изменений разработчики сильно подняли полезность этого айтема. Даже без увеличенного отхила возможность резко сократить урон очень полезна для героев с большим хп-пулом, то есть здоровякам. На этом все, ставьте лапки, делитесь видео и всем пока!